Снова в поле зрения западных силовиков Сулейман Керимов, российский олигарх, который прославился на романе с Канделаки. С замужней тогда Тиной он разорвал подницей на две части свой Феррари. Оба чудом выжили, об этом тогда написал миллиард мировых СМИ, а через несколько лет такого излишнего шума Керимова посадили во французскую кутузку по обвинению в отмывании бабла. Российские власти тогда очень ругались и писали всякие ноты протеста. Помогло, арестанта отпустили, но теперь снова будут ловить. Как сообщил нам источник в Москве, во время обыска на яхте Керимова обнаружено много доказательств максимально глубокой вовлеченности олигархов в войну против Украины. Ну не просто же так, Путин недавно ездил обниматься с девочками именно в вотчину Керимова, дагестанский Дербент. А само дело возбуждено по факту доказанного подкорма Сулейманом в обмен на разные экономические ништяки пресловутой ДНР, которая на эти деньги провела немало крови. Так что на этот раз воротило, похоже, легким испугом уже не отделается.